Мой выход. Задержите публику. Просто немного расклеился. Рассказывал мне, что вы сражались в Южной Америке против диктатора Розоса в отряде Гарибальди. Да. Скажите, каким образом в 20 лет вы оказались заброшенным в такую даль? Очень просто. Дома, на родине, мне улыбалось счастье. Но я убежал оттуда. Почему? Почему? Должно быть, потому что я был самонадеянным мальчишкой. Я рос в очень богатой семье. Меня до невозможности баловали. Но в один прекрасный день выяснилось, что некто, кому я верил, лгал мне. Что такое? Почему вы вздрогнули? Нет, ничего. Продолжайте. Я открыл, что меня подло обманули. Случай весьма обыкновенный, конечно. Но, повторяю, я был молод, взбалмошен и верил, что лжецов ожидает ад. Поэтому решил, будь что будет. И бежал в Южную Америку, не имея ни сольда в кармане, не зная ни одного слова по-испански. В результате я сам попал в настоящий ад. Это исцелило меня от веры в ад воображаемый. 5 лет я был на самом дне. Потом экспедиция Дюпре буквально вытащила меня с того света. 5 лет. Это ужасно. Неужели у вас не было друзей? Друзей? У меня никогда не было ни одного друга. Не придавайте всему этому значения. Я, очевидно, сгустил краски, изображая свое прошлое. Пока я сражался в отряде гарибальдийцев, все было прекрасно. Но когда меня покалечили на пытках, после этого мне трудно было найти место. Но я работал. Где мог. Чистил свинарники. Лудил кастрюли. Работал на плантациях, рудниках. И везде я был объектом постоянных издевательств. Меня буквально травили, потому что я мог защищаться только одной рукой. Не вынес. Отправился скитаться. Я вздыхал. Голодал, но бродил и бродил до изнеможения. И вот однажды... Не надо. Прошу вас. И вот однажды меня подобрал бродячий цирк. Приделали мне фальшивый горб. И попытались извлечь все из моего страшного увечья. А за это меня кормили. И я должен был выходить на арену даже в дни моей самой тяжелой болезни. Случилось, я упал в обморок прямо посредине представления. Очнулся. Вокруг стоят люди. Смеются. Кричат. Издеваются. Плюют мне в лицо. Забрасывают меня. Не надо больше. Я не могу этого слышать.
Пропустите меня! И я еще буду спрашивать у нее разрешения! Она меня не пускает! Ненавижу тебя! Приходишь к нему, впутываешь его во всякие темные дела. Он позволяет тебе сидеть возле себя по ночам, принимает от тебя лекарства. А я даже не имею права посмотреть на него. Ненавижу тебя и видеть его не желаю. Будьте вы прокляты все! Ненавижу вас всех! Всех ненавижу! Извините за беспокойство. Беспокойство небольшое. Да, сеньор Риварус, эта женщина не на шутку любит вас. И вы называете ее женщиной? Это нечестно. Кто дал вам право говорить о ней в таком тоне? Не понимаю, как вы можете быть с ней, если она вызывает в вас такие чувства. Это оскорбительно. Выпейте лекарство. Благодарю. Вы совершенно правы. Женщину, достойную любви, встречаешь не каждый день. Пожалуйста, подойдите ко мне. Живого существа рядом. Тьма. Кромешная тьма вокруг. Нет-нет. Меня страшит не ад. Это темнота внутренняя. Там нет ни плача, ни скрежета зубовного. Ничего. Только тишина. Мертвая тишина. Вам этого не понять, к счастью для себя самой. А у меня есть все шансы сойти с ума, если я буду жить в одиночестве. Поэтому, цыганка, не судите обо мне слишком строго. Я не так мерзок, как это может показаться на первый взгляд. Могу ли я судить вас? Мне не приходилось испытывать такие страдания. А беды? У кого из нас их не было? Мне кажется, если совершать несправедливость, жестокость... Расплаты не миновать. Хотя я на вашем месте. Давно бы уже потеряла последние силы. Прокляла бы Бога, кончила с собой. Скажите, вам никогда не приходилось быть жестокой? Говорите, говорите, ведь я же вам столько сказала себе. Да. Много лет тому назад я была жестока с человеком, которого любил больше всех на свете. Он был нашим товарищем. Его оболгали. Возвели на него явный поклеп в полиции. Я поверила всему. Я ударила его по лицу, как предателя. Он не вынес и утопился. Через 2 дня я узнала, что он невиновен. Не пожалела бы жизни, чтобы исправить то, что я сделала. Не надо. Никогда больше не делайте этого. Мне было тяжело. Вся моя жизнь — расплата за это.
Ты вернулся. Вернулся, наконец. Да. И вы должны быть вместе со мной. Или убить меня. К чему все это теперь? Мы нашли друг друга. Бедный мой мальчик. Как ты изменился? Артур, неужели это ты? Я так часто видел тебя во сне. Неужели меня мучает все тот же сон? Дай убедиться, что это правда. Расскажи мне все. Все было очень просто. Я спрятался на торговом судне и зайцем приплыл в Южную Америку. А там? Там. Там жил, если это можно назвать жизнью. Патри. Я вас тоже часто видел во сне. Патри. Я любил вас когда-то, но теперь между нами не может быть ничего, кроме вражды. Зачем вы держите мою руку? Неужели вы не понимаете, что пока вы верите в вашего Бога, мы можем быть только врагами? Артур, как же мне не веровать в него? Если я сохранил веру все эти страшные годы, то как откажусь от нее теперь, когда ты возвращен мне Иисусом? Ведь я был уверен, что убил тебя. Это вам еще предстоит сделать. Артур! Падре, будем честными до конца. Мы стоим над глубокой пропастью. Если вы не можете или не хотите отречься от всего этого, то вам придется дать свое согласие полковнику. Согласие? Боже мой, согласие. Но ведь я люблю тебя. Кого вы любите больше, меня или вот это? Артур, жалься надо мной хоть немного. Много ли жалости было у вас ко мне, когда из-за вашей лжи я стал рабом негров на сахарных плантациях, шутом в цирке? Вы вздрогнули. Говорите, любите меня? Дорого мне обошлась ваша любовь. Неужели вы думаете, что, обласкав, можете превратить меня в прежнего Артура? Меня, которого топтали ногами, пытали, оплевывали. А теперь вы говорите о своей любви. Велика ли она, ваша любовь? Отречетесь ли вы ради нее? От вашего Бога. Что сделал он для вас? Что выстрадал ради вас? За что вы любите его больше, чем меня? За пробитые гвоздями руки. Так посмотрите на мои. И на вот это посмотрите. И на вот это. Падре, не верьте его ранам. Не верьте, что он страдал. Это все ложь. Ваше сердце по праву должно принадлежать мне. Нет таких мук, каких бы я не испытал. И если бы вы только знали, что я пережил. 5 лет. Год за годом меня распинали. И я, как и ваш Бог, воскрес. Но если вы любите его, будьте с ним. Прошлого изменить нельзя. Если вы любите меня, снимите с шеи крест и пойдемте со мной. Мои друзья готовят мне побег, и в ваших силах помочь мне. Когда же мы будем по ту сторону границы, вы публично признаете меня сыном. И если же вас недостаточно любви ко мне. И если этот деревянный кумир вам дороже, чем я, тогда ступайте к полковнику. Но убирайтесь сейчас же.
Избавьте меня от муки видеть вас. Снесусь с твоими друзьями, но и идти с тобой мне нельзя, я священник. А от священника я не прошу милости. Не надо, падре, больше сделок с совестью. Довольно их с меня. Довольны последствия, которыми будут. Вы откажетесь либо от сана, либо от меня. Как мне отказаться от тебя, Артур? Как мне отказаться? Тогда откажитесь от него. Артур! Неужели ты хочешь довести меня до безумия? Да сделайте же свой выбор, наконец! Смотри. Я верил в вас, как в Бога. Вы мне лгали всю жизнь. Вот что значит 19 лет. Артур, я не могу сделать все, что ты требуешь от меня. То, что в моих силах, я сделаю. Я устрою твой побег. А когда ты будешь в безопасности, со мной произойдет несчастный случай в горах. Или по ошибке я приму не сонный порошок, а другое лекарство. Что я вам сделал, что вы так думаете обо мне? Неужели вы не понимаете, что я хочу спасти вас? Неужели вы не видите, что во мне говорит любовь? Пойдемте с нами. Что у вас общего с ними? Они прах ушедших веков. Падре, я всегда любил вас. Всегда. Неужели вы еще раз убьете меня? Господи, смилуйся надо мной. За что у твоей матери? Скажи мне что-нибудь. Подай мне хоть какую-нибудь надежду. Нет! Жизнь дана мне только для борьбы с поработителями и церковью. Господи, ты слышишь? Громче зовите! Может, он спит?